Начнем мы выпуск с ЧП в Рязани. Взрыв бытового газа этим утром произошел в одном из высотных домов города. Частично разрушены квартиры на 9-м и 10-м этажах. Повреждены межкомнатные перегородки и частично внешняя стена здания. Есть первая информация о пострадавших. По предварительным данным, это 10 человек, в том числе один ребенок. 25 жильцов дома, по данным МЧС, эвакуированы. Погибших нет. ЧП произошло примерно в 16:30 утра. В соседних домах выбиты окна. На месте работают оперативные службы. Известно, что дом был сдан 3 года назад, и в здании были проблемы с теплоснабжением. 16:36. В оперативный дежурный смену СУК с Главного управления МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о предварительном охватке бытового газа в квартире по адресу город Рязань, улица Осенний переулок. По предварительной информации, частично повреждены квартиры в одном из подъездов на 9-10 этажах двухподъездного 10-этажного дома. В настоящий момент на месте происшествия работает 122 человека и 25 единиц техники. Количество пострадавших уточняется.